что здесь у меня есть? Я показываю. Последовательно, вот у нас есть здесь 220 вольт, последовательно здесь вот завязано, но в одной части между этими проводочками расположена трубочка стеклянная. И не просто трубочка, а трубочка с простого стекла. Ну, физики, о чем стекла эти различают? Простое, там, молибденовое, кварцевое и так далее. Все это зависит, речь идет в основном о температуре плавления. Простое стекло, из которого еще его называют оконным, температура плавления 350-450 градусов. Вы знаете, что стекло является хорошим, прошу прощения, диэлектриком, то есть не проводит электричество. Сейчас мы с вами посмотрим вещь, которая вроде бы парадоксальна, но никакого парадокса нет. Я хочу вам сказать следующее, что мы фокусы вам не показываем. Мы вам показываем явление природы, явление физики. Больше ничего. Вот посмотрите, сейчас мы с вами будем видеть, что стекло расплавится, все увидят. В какой-то момент я буду отключать газ, и лампочка будет продолжать гореть. Посмотрите, я показываю, что она подключена, но пока нету естественного электрического контакта. Сейчас вот-вот стекло расплавится. Но вы все знаете, что когда по проводнику течет электрический ток, то, естественно, там выделяется тепло. Вот это тепло и будет поддерживать горение, которое вот сейчас. Вот. А ну еще одну уберем, пожалуйста. Посмотрите, теперь я выключаю газ. Газ мы отключили. Смотрите, лампочка продолжает гореть, но понятно, что здесь контакт не настолько сильный, чтобы вот разошлось. Сейчас я подтяну. Видите, вы видите сварку. Это в результате того, что я еще раз говорю, что когда ток течет через проводник, а в данном случае мы с вами наблюдаем ионную проводимость. Вот. Лампочка горит. Но здесь, посмотрите, пожалуйста, я могу вот так делать. Ну, контактик сейчас я подведу. Да, плавится. Ну, когда сейчас остынет, вот оно еще горит. Вот. И сейчас наступит момент, когда я просто сделаю, что оно остынет, и лампочка уже гореть не будет. Ну, здесь могут контактики прикасаться. Вот все равно, видите, вот четко просматривается сварочка.